Здорово, Twitch, здорово, YouTube. Сегодня мы попробуем апнуть ранг на фри-то-плей природке. Также будет предикт на легендарный пак, что из него выпадет. Дороже доллара или дешевле доллара легендарка. И откроем паки за уикенд, так как сегодня среда. И нам уже выдали паки. Такие приколы мы получили за воскресенье. 640 фрагментов дали нам 3,5 годца. Здорово, Лавитинер Вейт. Что за мифик? Посмотрим, посмотрим. Сейчас я полечу раскидывать оповещения в телегу и дискорд. Пока я это делаю, ставь лайк, подписывайся и звони в колокола. Можно еще что-нибудь написать в комментариях. Но это уже по желанию. Ваше желание, мое понимание. Такс. Телега ушла. Сейчас отправляю Тузэмуний Дискорд. Будем стартовать. Дискорд отправил. Мне тут довольно целый щит. Нужно хотя бы один раз выиграть, чтобы закрепиться в соляре. Сразу сделаю предикт на легендарный пак. Прогноз. Начать. Так, чтобы начать прогноз, нужно посмотреть, сколько стоят легендарки в среднем. Сейчас подвяжу хром. Set core. Rarity. Неважно, метеоритное качество. Рарити легендарка. По прайсу. Мэрик в топе, офигеть. Ох уж эти Хайден Десепшены. Здорово, Сейнт. Что забывать, каково это стримы среди недели. Да, понемножку будем вливаться в струю. Как дела? Чё, спака выпало? Сколько тут? 6, 12, 18, 24, 27. Значит, где-то 27 на 2. 18 карт. 6, 12, 18. Ух ты. 75 центов средняя карта. Значит, будет 75 центов предикт. Главное, не в желтую струю. Они бывают разные. О, здорово, Дарк. Здорово, дорогой. Хорошего стрима. Я, как всегда, бухаю. Когда ты год стримишь? Блин, ну ты... Это... За здоровьем следи. Кроме тебя... Никто за ним не будет следить. Я недавно слышал аналогию, как аналогию машины и человека. Открывал еще, типа, что хорошее. Я не открывал, но судя по тому, что я видел, хорошего там ничего нету. Но немножко получше. Но немножечко все равно слизистая еще выделяется. Здорово, Тама. Так, я видел аналогию. Челик рассказывает. Если бы вам выдавали машину. Ты еще не открывал. Если бы выдавали вам машину бесплатно. Один раз на всю жизнь. То есть, чтобы на ней все время ездить, ее нужно все время обслуживать. Вы бы, естественно, это делали.
Если на ней какие-то появились царапины, ее нужно отремонтировать, чтобы она не начала ржаветь и гнить. Если вы не прошли ТО в нужное время, то может выйти из строя двигатель или какая-то часть, которая... Не, короче, есть какая-то часть, которая не позволит ехать. Но то же самое с организмом. Он как бы на всю жизнь дается, за ним всегда надо следить. Ты дальше выпивать. Еще допоздна зависнешь. Еще подрублюсь. Давай, Дарк, давай. Удачи. Так, а тут 12. А, нет, 27. Это где-то 13 карт. 13, это получается 12. Вот, 13-я карта. Ну, 0. 8. 0,80. 0,80. Блин, тут 4, 3. Так много взять. Сейчас можно поставлю на предикт. Сейчас, да, надо подумать. 0,85, если я сделаю, получается 12, 13 и 14. 0,85. Если больше 0,85, это хуках. Если меньше 0,85, это лев. Все, сейчас бахнем. Подготовлю и бахну. На что ставить предикт? Точнее, изменяю стоимость карты, которая мне выпадет. Так. Там один уровень. Катки играть. Ну, допустим, на 30 минут. Вот, все, я запустил предикт на полчаса. Став очка. Вот легендарный пак. Мне выпадет. Так. Музыка куда-то пропала с хрома. Хан, здорово. Это фри-ту-плей. И сегодня достаточно повезло. Лего за 375, хорош. Вот, ставка заключается в том, что, как мы уже посмотрели, в корсете есть легендарные карты. Вот мы их все отсеяли, их 27. Делим напополам, примерно 13. Вот 6, 12, 13 карт. Вот это половина идет. И между вот эти и вот этой картой половина, то есть 85 центов. Если выпадает больше 85 центов, значит это синяя. Если выпадет меньше 85 центов, это значит красная. Вот, вот эти карты, которые все ниже, это красные. Если одна из них выпадает, то выигрывает красные. Если выпадает какая-то одна из верхних карт, то выигрывает синие. Так, все, я там все сделал. Став очка запущена. Поехали пытаться поднять ранг. 1 000 000 баллов залепил. 10 тысяч, неплохо. Ну, ты там и там фри-то-плей, но правила немного разные для того, чтобы это написать. Ну, там, а ты это... Открой форточку, а то как-то ты все меня душишь и тушишь. Воин. Я хожу первый. Жучок.
Вместо Минотавра еще что-то дадут. Молнию дали вместо Минотавра. Меч. О, видели, кстати, Сантом. Теперь как выбирается. То, что я показывал на сайте. My turn. Как он его убьет? А если рывком убьет, окей, если меч достанет. Что я буду бафать потом? Чар мой. Ладно. Рискнем. Новые баги included. Видели? Теперь Сантум пишется и вот тут, и вот, вот это, и вот в какушке. Неман. Нормально. Пол колоды единичек. Ладно. Сейчас кого-нибудь бафнет. Четверка по-любому. По-любому бафнет. Нет. Мисплей? Нет. Почему мисплей? Хайден. Блин, пацана никак не достать. Не жадничаю молнию. А, он что, сможет траппера забрать? 14 фавора, если пушку отдаст. Да. Кто там залетает? У нас предикт, ставочка на легендарный корпак. Мечик еще сделает свое дело. Роберт Шо. Я уж был думал, что ты делики перестал играть, только выходной ивент. Ну... Надо, я уже поговорил, возвращаться в струю, так сказать. Как я, да? Уничтожаю. Во что значит ходить первым против Фагравара? Не в желто, не в желто. Да, 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 да. Я мог сразу кинуть этого чувачка, но поспешил. Бывает. Бывает. Я говорил, что мне надо долго вспоминать знания. Там не забываем. Кто хочет поставить баллы канала и немножечко их поднять, либо потерять. Скоро у меня 250 уровень на фри-то-плее, и там будет легендарный пак. И... Ставка заключается в том, что выпадет ли с легендарного пака карта дороже 85 центов или дешевле. Синяя на дороже, красная на дешевле.
Да это магазин, он как бы из вида выпадает, он новый. Ты его как будто бы не видишь, глаза замыливаются. Непривычно, нужно привыкать по новой, понимаешь? Он как бы есть, но что-то он сливается просто с местностью. Как будто бы его нету. Все в тонах. Вот желтенькая линия, в желтенькую линию черная. Черный фон тоже вместе другого черного фона. Сложно. Еще гоблин. Трофлишмен. Во что значит воин ходит первый и выигрывает? Но я не могу. Доктрекера? У меня нету доктрекера. О чем ты говоришь? Блин, да как это победить? Баблы. Импы. У меня один на один карты такие. Ладно, ну. Проигрыш, значит проигрыш. Что тут поделаешь? Как бы уже ничего не сделать. Пять токенов? Мне вроде нет, я смотрел днем, ничего не прислали. Меч. Рента. Еман. Блин, была бы монетка. Почему? Не зря. Имп меня уже убил к этому времени, если бы я его не убил. Разницы нет, кого бафать. Разницы нету. $1. Ну прикинь, сколько ботов зашло в это время и сделало хотя бы одну игру. Просто вся комба пришла. Ну. Агровар ходит первым и выигрывает. Тут как бы... Другого варианта не бывает. Защита от ботов. Вы видели, они капчу вообще убрали. Я захожу на фри-то-плей, у меня даже капчи нету. Здорово, Андрикс. Просто за игры они... Там за одну игру с первого по...
12 или с 1 по 13 февраля, если одну игру делал в ранкеде, то дадут 5 годсов. В честь Дня Святого Валентина. Открываем паки. Опа. Не волнуйся, над баном всем капчу убирают. Да-да-да-да. Фаерболт выпал. Но две рарки бесполезные. Так, мусор. О, батлборд. Отлично, хорошая эпическая карта. До 28-го, да, все верно, братшо. Когда-то пришлют. Фу, Weatherfinger. Привет. Какие-то эпические карты лютые поднакидали. Так, мусор, 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 мусор. Понял. Эпическая карта в рарном паке. Лучше бы легендарку дали, не эпическую. Самые конченые — это эпические паки. Только если в них выпадает легендарка, тогда они становятся нормальные. А так, мусор мусором. Эта карта была хорошая раньше, но ее все время нерфит и нерфит. Сначала понерфили урон, потом понерфили ману. Эхо. А я поставил второй ход, что я вторым ходил против вара. Или не поставил. Природка. Контрольная, походу. Давай, только не гигантик. О, неплохо. Мне, если две единички пришло, скорее всего, там тоже сидит что-то очень дешевое и в большом количестве. Амазонки. Убийцы Волкера. Ну, вообще все убьет легко. Волкера легко убьет. Пантерку, обилка плюс вот это убивает. Жука тоже убьет легко. Надо ставить волкера и жука. Нету выбора. Сильверленд. Приветствую, любители моральной боли. Здорово, Джек Дэниелс. Еман. Гигант. Как не вовремя. Три, шесть, девять, 12. Маны не хватит. Жесткая, жесткая ёбка. Соляра, соляра. Что за мисплей? Ну,
Ему не нужно думать, понимаешь? Ему все карты приходят так, чтобы он выиграл. Такая функция без надобности. Мисплей. На соляре все просто. Пришли две единички, двойка, тройка. Все, что надо. Мэнчик, конечно, странный. Но все равно мне не убить чувачка с вардом. Это Unreal. Вот эти две, конечно, супер карты. Мне ничем не помогают. Вообще. У него там уже, наверное, пару ремувов каких-то. Нет, пару ремувов он бы выкинул. Один ремув точно лежит какой-то. И либо баф, либо существо. Очень странно. Вот ремув-то. Существо. На Next, наверное, пятерку будет играть. Будет орно, если ты с этой тройки кондишн поймаешь. Я не доживу до того момента, когда я смогу поставить ее на стол. О чем ты говоришь? Там на Next просто пятерка плюс 3 всем атаки. Это как мне? Просто Wildfire выкинуть? Но я же не могу так сделать. Он сейчас пятерку просто кинет на всех. Насколько просто. Как легко. Там только в конце хода она дает карту. Ты понимаешь? И плюс еще нужно снять вард каким-то образом. Ты там. Ты это, форточку открой, не души. Ты о каких-то идеальных вариантах разговариваешь, которые маловероятны. Ну, ВФ снимает вард, а как я потом ремув получу? Если он мне два удара делает. Тут он сейчас бафнул на 7 урона и еще потом бафнил на 8 урона. Два удара делал, то у меня все, остается 4 хп. 4 хп. Что я с 4 хп сделаю ему? При том, что мне надо еще одно существо убивать. Не надо мне рассказывать. Если не везет, тебе ничего не сделаешь, если тебе не везет. Ну вообще ничего, здорово, good boss. Сейчас микрофоном сделал раньше. Так, не передел. В смысле передел? Я немножечко приболел просто. Кончил видео в ютубе, пердеж. Все, больше пердежа нету. Ты вот там, ну камон. Успокойся.
Да. Конечно, Катана. Рандомная ситуация. Может быть, была изюминка. Но не нравится это. Так. У него есть какой-нибудь ремув, который сможет убить инфорсера? Ладно. Здорово, сервис, как оно? Чё, кому с пака выпадало, рассказывайте. Какая же ошибка? А, нет, он... Как... А, ну так и так вытянет. Я как бы не знаю, как его... О, топ-дек. Вот это топ-дек. Тут, конечно, сложно будет спорить. Так выглядит победный. Вот что значит, когда матчмейкинг дает тебе победить. Не то, что в прошлой катке. В прошлой катке матчмейкинг сказал: будешь принимать, раздвигай булки. Я такой: окей. Мои ноги быстрее, чем твои карты, и я избежал этой всей фигни. Самурай. Дорогая карта, 006. Ну, какая-никакая. Блин, что-то уровень набивается долго, или это зависло просто? Здорово, Марасас, спаков полный кал. Понял. Голос слышишь, а музыку не слышишь? А музыка есть. Она, конечно, не супер громкая, но есть. Да, кстати, кто еще не знает, там ставка на легендарный пак, ребята. Я уменьшил цену до 85 центов, потому что это ровная золотая середина между самыми дорогими и самыми дешевыми легендарками, которые имеются. У меня в ОБС показана музыка есть. Она очень тихо играет. Но давай я сейчас сделаю так, чтобы она была на 45. Мне же не сложно. Сейчас будет норм, как обычно вроде. Ну, первым против Вара. Совсем не угодишь. Но есть какие-то волнения, нужно реагировать на них. Good luck, boys. Одни ремовы, прикиньте, что у него в руке тогда. Как же кайфово ходить первым. Вы не представляете. Какой же кайф. Две маны. Ага. А ремувы, как будто бы я второй хожу. Сейчас он мне покажет с рывков, как уничтожать существ.
Я даже поставить ничего не смогу на next. Да ты задрал, Кентик. Чем мне это убивать? Молнией, что ли? Ну ладно. Не будем жадничать. Против контроля. Похоже на викинга. Не очень похож на контроля. Я бы охренел от такого количества ремувов, честно. Там это, скоро ставка заканчивается, ребята, минута осталась. Подумайте, хотите ли вы вкинуть баллы канала на рандомчик, который не знает никто. Вот и прощай, пантерка. Ладно. Думал, время уже 22, а на 21 скучает по переходу на летнее время. Да и вообще, как бы, все равно, сколько там время. Ну да. Бафнул. В лицо будет бить? Конечно, нет. Что придумать? Ударить в лицо, дать таунт и призвать, допустим, волкера. У него что, там ли пушка, ли боровок? Ладно. I've done all that I can. На там хочу сыграть на Джокер. Сыграй. В чем проблема? Тузовый Джокер. Тварь. Надо было его убивать. Какие же везунчики они, а? У них чисто парные карты золотые, а нет, это уже другой челик. Какая-то трейлик новый. Надо было убивать 3-2, да. Тузовый Джокер, Марасас. Сейчас после катки сыграем. Не хватило! Я тупица!
подумал, мне хватит, мне не хватило. Есть, а у него там гоблин в руках. Какая же это будет жесть. Скорее всего, там оркишелит какой-нибудь. Сейчас весь стол зачистит и... что-нибудь еще выставит. А, я понял. А, нет. Я думал, соль будет. У меня там одна конопия вроде еще есть. Ой-ой-ой. Какое чудо. Йогурт чудо. Съешь и будь здоровым. Такс. Сколько там опыта получили? Угу. Так не показало. Сколько там? Сейчас тузового джокера будем разыгрывать. Карту где-то уже обосрал. Где ему карту испачкать? Двойку бубей. О, еще чуть осталось. Протеин-то взял для зала, у меня есть. Порча на понос. Так. Тузовый джокер. Ничего не знаю, ребята, по каналу ушли. Так. Знаешь, как играть, Марасос? Пишешь стоп, а я тусую. Вот. Там есть и тузы, и джокеры. Могу в конце показать. С кем, блин, карта перевернулась. Ну вот, все. Эх, не с той стороны джокер, не с той стороны. Восьмерка. Джокер-то вот. Но это не работает так. Но с другой стороны. 54. Ну. Да и два джокера, 56. Подмешал. Не повезло, не повезло. А следующая какая? Ой, а вторая была туз, короче, смотри. Вторая карта была туз. Вот 8, а вот второй туз. Чуть-чуть не повезло. Ты был в шаге. Как есть, так и говорю, в смысле? В смысле? Какой прикол мне обманывать? Ловкость рук, человек... расстроен. Так это рандом. Там написано рандом. Там не написано. Хочешь не рандом, вот бери стопроцентный за 13 косарей. За 13500 стопроцентный эпик. Но рарка стоит 67 100%. А так ее можно залутать за всего лишь... Сколько он? За 5000 можно рарку получить. Но это шанс. Там он довольно маленький. Две карты с 56. Сначала 7 вовы перевернуто, а потом сверху ты нет. Не нужно искать в этом заговора. Не нужно искать того... Блин, это контроль. Чего нет. Все отожмет. Ладно. Я тут бессилен. Подкрутка. Скам-канал. Ты б дальше открывал первого туза или джокера. Так я показал, что он второй. В смысле? В правилах первая карта.
Может, я все карты должен перебрать, показать? Вот все карты, которые есть. Туз там 12 или какой еще. Какая разница, все равно я тусую все потом по новой. Или мне тусовальную машину купить, чтобы она за меня тусовала. Может быть, скинетесь на тусовальную машину? Креатин? Нет, я не пью креатин. Если мясо не ешь, то креатин... Да креатин, блин, просто из еды берется. Блин, что зациклено на этом мясе? Почему 56? Если это покерный добор, то без джокер 52 с ним. А, ну значит 54, да. Это покерный набор. Прощай, пантерка. Не станешь здоровым. Так он вырабатывается сам. С нужных количеств, сколько нужно организму. А что бы было, если бы Джокер достал? Рарная карта. Прикинь. Жучок либо заберет, либо убьет. Скорее всего, он заберет сейчас тройку его. Организм маловато его дает. Ну, сколько надо, в смысле маловато. Я что, бодибилдером собираюсь становиться? Сколько ему надо, пусть только и дает. Блин. Хотя... I'm Mr. S. Трапа. Трапа, Poison 2. 8 карт всего. Блин, ну если... Ему напихали карты победить, значит он победит. Уж я уже почти все потратил. У него еще вся рука. О, лицо. Просто так яблоко сломал. Второй poison. Понял. Все понял. No questions. Не наоборот. Тебе советуем, а не критикуем. Что ты там ешь или не ешь. Ну так... Я же не просил советов. Правильно. Если бы я просил... Мне бы, вы бы мне посоветовали. Вопросов нет. Но я же не просил. Не просил, а дали. Поблагодари, значит. Блин, артификал. Артифишал. АИ. Мэнчик, ну ты это. Не будь как у Тама. У вас сегодня среда, день... Советов и унижений, или что за перспективные люди в чате объясняют, как мне жить, что мне есть. Спасибо, конечно. Но, наверное, я не спрашивал. Ставлю, что легендарка будет беспонтовая на мага. Может быть. Не исключено. Так. А,
4 урона. 4. Следующая карта будет Weatherfinger. Weatherfinger я убью с помощью вот этих двух карт и обилки. Ставлю Enforcer, чтобы он не убил дерево Weatherfinger. По-разному. Карты по-разному легендарки дают. Когда дешевые, когда дорогие. Когда будет анализ игры Gods Unchained на скам, так и так все понятно. Ждем бычьего рынка. Ее будет пампить, как и все остальные. Пока еще бычий рынок начался, но пампят только какие-то уникальные проекты. До Gods Unchained еще время не дошло. Hey, what's that over there? Восемь хп. У меня есть 5 урона с руки. С карт. Нужно 3 нанести ему. Weatherfinger, ну, давай. Как акция 3 экшена на маэске. Вроде бабки зарабатывает. Что? Эшелена? Первый раз слышу, Дарк. О чем-то. Уникальный скам пампят эшелона. Все равно не понимаю, о чем-то. Так, трапа ушла. 5 маны. Таунт какой-нибудь будет. Пойзенов уже нету. Слип. Либо вернуть в руку. Но это все равно летал. Акции третьего эшелона. Это ценные бумаги с низкой рыночной ликвидностью. Имеешь в виду, которые пампят? Которые легко запампить и... Мало надо денег потратить. Так, у нас легендарный пак, походу. Да, открываем легендар очку. Конечно, анимация, мое почтение. Ни звуков, ни картинок, ничего. Просто лысый пак с лысой вялькой. Но в солярке закрепился. Погнали. Вот это и пампят, да. Так сказать, уникальные проекты, просто манипуляция. Все, годцы не работают, ребята. Паки не открываются. Сломались сразу. Годцы сломались. Все, чищу кэш. Не открывается ничего. Черный экран. Во. С камина расходимся. Я починил, кажется. Перезапуск помог. А я поставил, что я победил? Или нет? Ладно, сейчас по секатке посмотрим. Legendary Core Pack.
Эх, мусор, все мусор. Что же будет тогда вот в этой карточке? Мусор или нет? И открываем. Бальтазар. Кто писал Бальтазар? Что за ванга? Сколько стоит Бальтазар? Бальтазар, наверное, в самом дне. 54 цента. Эх. Красные победили. Сорян, синий. Бальтазар стоит 54 цента. И он меньше 85. Беда. Но ничего, шансы были 50 на 50. Если честно. Просто если учитывать мое везение. Исход меньше. Все. Лутаем. Сраное невезение. Когда-нибудь будет больше. Когда-нибудь настанет день. Анекдот. Сейн. Ну, сейчас будет анекдот. Сейчас. Поиск пошел. Можно этот... GPT-4. Есть ссылка, где GPT-4 в Бинге сочиняет анекдоты или нет? Есть у кого-нибудь? Хорош. 7600. Artificial. Так. Природка. Хожу первый. Сейнт, чё, все баллы канала сразу решил слить. Да не переживай ты, ну. Это просто рандом. Блин, я Нефариуса выкинул. Сейчас по-любому чарму поставят. Что? Конпи приемник Волкер. Служить готов. Я пошел искать анекдот. Нет, конопи. Да ну. Лучше я его ударю, чем он ударит меня бафнутый. Правильно, правильно. Что-то. Да, хорошо, хорошо. Годбосс. 5 косарел утонул. Хорош. Мрачо. 8. Нифига себе. Мощные. Что мне ставить? Ставить нечего. Так, я что-то там нашел. Надо почитать, что это такое. Так, странный анекдот. Но вроде смешной. Давай, я, короче, прочитаю. Что за Джокер за 4999? Это уникальная возможность получить с шансом где-то 5% рарную карту. Либо шансом 10%, около 10% кор карту, точнее команку. Блин, как же трахает эта природка. Просто посмотрите. Так, анекдот. Блин, он быстро ходит, непривычно, никто так быстро не ходит. У входа в рай
Двое ворот. На одних табличка для мужей подкаблучников. И возле этой двери, естественно, толпа. На другой для мужей, которые никогда не были под каблуком. И стоит там один мужик. Апостол Петр подходит к нему и спрашивает: «Ты что тут стоишь?» Он отвечает: «Не знаю», — ответил мужик. «Жена сказала сюда встать». Смешно? Правда этого мира. Опять дед напился, байки травит. Почему 14? Я брал за full price за 5000, жесть. Так 4999. Она так и стоила всегда. О каких 5000 речь? О, что тут делать? Яблоко. И что? Яблоко абсолютно ничего не дает. Можно яблоко, чарму и бейджера. На next, если чарма выживает, гиганта ставлю. Капец как. Ну и что, го покрутим карты Таро? Ну если... Да, у него есть Нефариус. Если не жалко балла канала, то... Я думаю, не нужно спрашивать перед тем, как это делать. Так, Artificial. Сейчас. Блин, ну тут как будто бы лузовая 100%. Без шансов. Просто чел трахает. Кидает молнии. Палки. Ломает чарму. Фантакруты. Ёмы. Два трая. Три трая. Четыре трая. Ты пять. Еман, ты чё? Пять. Окей. Окей. Пять раз будем крутить. Всем Иван работает как новый пакел австралийцев. Блин, как это убить? Гигант. Сколько урона? 11. Конечно. Из пяти целей он выбрал лучшую. Все зависит от бейджера. А, нет, там есть магази ремув. И бейджер попал, короче. Понятно. Забей. Сейчас я... Посмотрю, как, что там со статистикой. Да что с этими годцами? Почему они виснут? Будем крутить карты. 4 победы, 3 поражения. То есть 7, 4, 7. Значит, в той катке не поставил. Как узнать курс? Сейчас. Давай сначала тогда курс покажу. Потому что ты был первее. Ух ты, нормально так вырос. Вот, курс биткоина. 22 875. Ну, короче, неплохо так разворачивается. Вполне неплохо. Такс. Давай, Artificial. Пиши стоп. Тусовка пошла.
Если есть лишние карты. Стоп, ну все, ладно. Затусовала. I want back my money. Туз, ничего себе. Комонка уже есть. Окупился. Ну нет, не окупился. Потратил. Блин, не вовремя. Потратил 25, залутал пока только 13. Давай еще, пиши стоп. Так. Нет. Стоп. Ну давай вот так. Король. Неудача. Дальше давай. Шестоп. Когда надо. Хватит. Хватит. Ёмас. Семерка. Джокер с другой стороны был. Так, это был третий раз. Давай четвертый раз. Четыре раза. Ну ты все опять заказал. Блин, после первого раза, ё-моё. Окей. После первого раза. 9. Не повезло. Туз был с другой стороны. И последний раз. Пиши, когда захочешь. Стоп. Ребята, это скам. Открыто скамит. Давай, последний раз. Пиши стоп. Все, стоп. И туз. Нифига себе. Вот это везение. Две комонки залутал. Две комонки. Гоу смотреть комонки. Пальчики легкие. Ну это сколько? Почти, даже в плюс немного ушел. Потратил 25, получил две комонки. Так, гоу смотреть комонки. Парочку инфорсеров отправляю, не инфорсеры, они вне всех приколов. Тут как бы правила есть правила. Не отсортировались. Так, что могу тебе предложить? Вот эта единичка. 48 центов, нифига. Могу одну такую дать. Нюца в телеге. Нет, так, такой функции нету. Правила, ну, когда нажимаешь, там правила написаны. Нажимаешь на эту опцию с баллами канала. Могу, вот, гвард. Вот эта карта. Два гварда. Есть в наличии, так сказать. Курсы. Есть в наличии. Хантерки. Блин, а откуда у меня хантерок столько? Я, наверное, купил хантерки. Давай. Artificial, какие комонки? Две комонки. Ну, он выбрал... Карты можно выбирать тех, которые больше двух, кроме энфорсеров. Вот. Все правила. Тебе что, не нужны карты Artificial? Мне все равно, на какой кошелек кидать, в принципе. Главное, чтобы на него можно было что-то отправить. Ways to space. Пять тузовых джокеров подряд. Охренеть. Artificial. Неплохо. А ты везучий. Два туза залутал.
Получается, заскамил тех, кому ничего-то не выпало. Масштаб уменьшить. Но я не могу, потому что там будут сверху ссылки видны. Могу его подвинуть. Так. Самая дорогая карта коллекции. Ты алмазный Land of the Death. Блин, Artificial. Короче, ладно. Смотри. Как будешь готов выбирать карту, пиши. Мы пошли дальше играть. Долго думаешь. Ну там, это что тебе фильтровать? Ты же ничего не выиграл. Ну, Artificial выбирает. Я показал самые дорогие. Если смотреть дальше, то пусть говорит там дальше или сортировать. Теперь не женщину выбрать. Карта в гоцах. Ну, блин, я бы сказал, карта в гоцах выбрать гораздо проще. Тем более, выбор-то не особо большой. Пойзенов сколько? Пойзенов, наверное, два. Они же с ордер сета. Я хожу первым против Вара. Вау. Че, баллы канала можно даже лутать? Если не зафоловился на канал? Да, можно. Попробуем выкинуть Ягуара с Волкером, потом все Wildfire накрыть через монетку, если получится. Не получится. Меч. Меч. Ох, там Волкер призовется, неплохо. Ходлер. Я вроде играл как-то против него. Дорогие карты показывает. Ему нужно еще найти где-то два урона, чтобы убить Минотавра. Он нашел три урона. Ну так даже лучше. Но он, наверное, будет в лицо бить. А, так это ж не викинг, челик. Что, глупый? Или он ее выкинул, чтобы он конкретно кого-то бафнул? 8. А меч-то не выкидывает. Ладно. И поломать его нечем. Так, ну кошелек у нас есть, Artificial. Тип,
Теперь вопрос карт. Карта Навара. Окей. Найдем. Давай, варчик. Come on, man. Move it. Да он сейчас будет забафать. Зачем? Я ему буду стол уничтожать, и все. Что он мне сделает? Ничего не сделает. Скоро он дойдет мифик. Иван продолжит скамить людей на голде. Да в смысле? Скамить. Кого я заскамил? Я ходил первый против воина. Конечно, шансов у него было маловато. Так. Смотрим еще раз Artificial. Навара. Давай отсортируем Навара. Но если мы отсортируем Навара, понимаешь, они могут не показываться. Вот Навара у меня есть... Ауешка. Химера. Арчи Брюстер. Сколько они стоят, даже не показывать, когда отсортировал. Вот этих, короче, саважек много. Там много постов о том, что после того, как попались в целом, у них весь эфир пропал на кошельке. И твой ID чистится не очень быстро. Да-да-да. Думаешь, он будет играть дальше? Я вот думаю, что если эти выходные будут таким же, он просто забьет на эту игру и все. Слишком горел в те выхи. Я не буду смотреть этот клип, потому что там запретка вроде как есть, братшо. Поэтому... Сорян. Я бы лучше не смотрел никому. И не знаю, конечно, если кто-то отправит этот клип модераторам, то его забанят. Карты какие? Ну вот. Выбирай. Вот Навара карта. Могу как бы перезагрузить и попробовать отсортировать по стоимости. Во. Вот, гварды. Кто, что дальше? Вангуард один. Савашка, челленджер один. Ведь месяца три назад украли 20 годцев. Ях. Тезе. ХЗ. Две савашки? Как? А, ХЗ как? Блин, странно. Я не знаю, может, что-то подписал где-то. И все. Все, две савашки, значит, я отправляю. Блин, у них 55% винрейт, но это только благодаря тому, что ее использует контроль вары. Так, надо сейчас залогиниться MetaMask. Наверное... Поменял кошелек сразу. Блин, я не знаю, у меня такого не было.
Может быть, ты сам потратил и не помнишь. Там же все отслеживается. Ты можешь зайти на Immutable Scan и посмотреть, куда ушли твои годсы. Так. Не понял. Все. Нам надо две выбрать. Трансфер. Так, BC44020. Мне месяца два назад украли 500 годсов. Плюс картами 200 бачей. Ни хрена себе. А ты смотрел, куда они ушли? Все, вот этот кошель, да? Отправляю две. Все, улетели, короче, артифишл. Две совашки. Скидывал еще кошель твоего чела. Тупо многие скамят. Все, я отправил. Там видно трейды, что он себе переводит карты, эфир и год со своим микс. А как там, просто перевод? А как он просто перевод сделал? Он как-то увидел твою сид-фразу в чату одного из твича. Взламывает, переводит. А как взламывает? Сид-фразу узнает. 8к так. Надо заклеймить. Меня никто не скамил. Может быть, я подписал где-то не там что-то. Ну, скорее всего. Я потому что особо никуда не лезу с кошельком. Потому что скам везде. Панчик, кошель обчистили. Не знаю. Чё-то непонятно. Обычно с коммент бараги. Ты им годс или эфир, и тебе ничего. Ну да. Может, он продал все, что ему закинули. Или откуда информация, что обчистили? Так это не его кошелек. Это твой? А вот трансферы пошли. Или нет? Блин. Время идет. Ладно, по шикатке посмотрим. Создал другой и забил на этот. Я на второй аг закидываю все годсы, на основной мало оставляю. Ну, вот это ваша уже схема. Я просто особо не афиширую фри-то-плей. Как бы смысл что-то закидывать. Смотрите, у него сейчас по-любому леви есть. Хотя он его не кинет. Потому что ему маны не хватит. Или за единичку ломатель пух с баблом. Что-то два зомби подряд мифики меня катают. Зомби в мифике, офигеть. Как они до туда дошли? Некоторым везет просто и все. С этим ничего не сделаешь. Надо убивать этого парня, еще этого можно и бафнуть. Сейчас, наверное, будет левить.
По-любому будет левить. Виталики, причем. Два Виталика подряд. Мэн последний показал, скинуть колоды. Это везунчик какой-то. Ну давай, скинь, посмотрим. Но то, что работает на мифике, на соляре с ауриком, не всегда работает. А вот ломатель пух, Кницкий. Что там, Бенедикшн? Сейчас либо Бенедикшн, либо легендарка, баф. Смотрите, всего лишь 7 карт. Он еще намулиганил, конечно. 3. Какой-нибудь баф есть по-любому. 30% винрейт мифики. Офигеть. Как они там до туда дошли? Может быть, он круг фавора крутит? Странно же. Вот баф. Охренеть. Он даже всех не бафал. Все в лицо. Блин. Как будто бы видит, что у меня в руке нету Wildfire. Очень подозрительный мэнчик. База. I cannot reason with one so feral. Да как я его убью? Он же с баблом. Если бы он был без бабла, я бы убил. О, сюда. Кто был со мной на дне, приготовьтесь. Мы взлетаем. $650 баксов за маки. Нифига себе. Блин, ты две колоды скинул. Да что такое? Астериусом не бафнет он его. Канонайз. Блин. Жёстко. Ясно, понятно. Вдруг у него нету леви.
поставил таунт. Не хочется 6 урона получать от кого-то. Что-то за гнида такая. Окей. Это Мастериус. Что мне против него делать? Так, ладно, может что-то даст. Доборчик магазин забрать. 14 не хватает. Ладно. Астериус по-любому либо еще продлит этот ордер лучница, чтобы убить Целестила. Как раз ее может еще Астериусом бафнуть. Давай, ну что ты тянешь? Может поверить своему счастью, что ли? Время-то идет. Блин, 3 карты. И одну лучницу только взял. Конечно, Астериус. Я просто другой карты не знаю. Это единственная карта, которая как-никак ему подходила. Вот так. Эх. Unlucky. Он всех поджег. Чтобы он не смог убить. И... Блин, он Валику заберет, Валика добьет. Значит, беру добор. А нет, не сможет. Окей, сможет Валика только жука убить. Да я не подумал, что она похилится. Но жука добьет Валикой. Валику кинет, это минус 1 хп. И убьет жука. Блин, что-то он в этот раз как-то быстро подумал. В тот раз он вообще быстро не подумал. Ну вот убил Вальку. Сомнение. Блин.
growth requires patience. I know what I must do. Это такие твари, они как-то выживут. На ордерах, на отхилах. Тут вообще нельзя расслаблять булки. Фул в лицо. Вот это прикол. Консит смело. Кто там на природку мою гнал? Так я уже поставил 6 из 9. Да. Блин, ну артифишл-то, конечно, дал жару. Так, зомбаки. 5 тузовых джокеров подряд. Всего 3 катки сыграл, но у него вайтплейны, конечно. Виталики, Неферу, охренеть. Челдик, он, походу, просто экспериментирует. И это тоже 36%. Как они... Вайтплейны только если. Только благодаря вайтплейнам и всяким Рагнарёкам и всему такому они находятся в мифике. И то винрейт не совсем подходящий для этого дела. Да и что за одни четверки? Сраный контроль. Ни одного существа в руке. Вау. Это перманентный консит? И в Санктуме еще сервантик. Здорово, Антофа. Что ты там делаешь? 4-1-1. Жесть, офигеть. Какой-то шейх на соляре, десепшнский. Что это такое? Тун-т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 ун. Конечно, сюда, ну. Сразу, ребят, я тут вижу только один выход. Честно. Не обессудьте. Итак. За сегодня на природке получилось закрепиться в соляре. Понять, что лаунчер God Sunchain полное говно, но мы это так, в принципе, понимаем. Я очистил кэш, вообще насрать. Все, это все, что подгрузил лаунчер. Итак, 694, ну, это прогресс. По чуть-чуть, по 50 фрагментиков, но... Все больше и больше мы набираем их. Эти мелкие бабки будут убраны к началу релиза мобилки.
Мелкие баги. Мелкие бабки. Получается, невысокого роста. Да они ни хрена не уберут, как у начала релиза мобилки. Тогда мобилка никогда не выйдет, предшо. Старта приносили 50 баксов. Использование сервера без лицензии. Яман. Так, значит. Фрагмент показал. Все показал. Сейчас, значит, он на моменту. Надо будет перезайти на мага. Всем, кто смотрел природку на ютубе, спасибо, на твиче, благодарю. Ожидаем пару минут, я перезайду на мага и продолжим. Сложно. Для них все сложно.